сегодня с вами Ника Пичье. Всем привет, меня зовут Мурзаева Кристина, и я приглашаю вас в студию Дайкири на свои занятия по бути-дэнс. Почему решила заниматься бути? Потому что это модно и нравится мальчикам, а я люблю, когда мальчики обращают на меня внимание. Ну, я решила попробовать себя в чем-то новом, а то всю жизнь как-то спортом занималась, и вот, и решила попробовать пойти на танцы. Потому что я смотрела видео Кристины, очень много смотрела, сначала не решалась, а потом просто в один момент решила, что это мое, что у меня получится, и пришла. Почему пришли заниматься к Кристине? Ну, мы в интернете нашли сайт, студия Дайкири, нам понравилось, и мы решили к ней прийти. Ну, Кристина, потому что она победитель по жизни, и она четко знает, чего хочет, ставит определенные цели, достигает их. Мне притягивают такие люди. Ну, Кристину я знаю уже года два, потому что она училась в моей школе. Вот также я, получается, знаю то, что она преподает именно бути, и решила прийти к ней. Кристина создает очень классную атмосферу, дружескую, и хочется каждый раз приходить на танцы. Я случайно увидела Кристину в инстаграме подруги и решила, что мне нужно научиться так же. Ну, я увидела, как моя сестра танцует, мне как-то даже понравилось. Она мне посоветовала дайкири, я сюда пришла. Вообще, танцами занимаюсь очень долго, лет 15, наверное, и как-то это вообще очень такая долгая история. Вообще, мне нравится просто танцевать, я просто живу так. Каждого потом будет секунда позора. Так да, жадно, все нормально. Заткнись. Я плюсую. Я тоже самое. Заводная девчонка. Ладно, пока твой подруг сидит, с тобой поговорим. Я не умею. Понял? Классно. Нет, я наоборот убираю жир.